боже ты мой! Соревнования! Мия, иди спать, иди спать! Стейси, вставай, пойдем! Пойдем, время выяснить, кто же будет лучшим! Ой, ладно! Первое место, второе место и третье место! Поехали! Они такие большие! Зачем они нам нужны? А, я знаю это задание! Нужно надеть эти широкие штаны и засунуть в них как можно больше шариков из этой кучи! А, ладно, ладно! Это весело! У Артёма штаны больше! Мне кажется, смотрится неплохо! Три, два, один, поехали! Кажется, я потолстела. Победа близка! Я выиграла. Я считаю, выиграла Стейси. О, спасибо. Нет. Нужно посчитать. Я буду считать первое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 64! Ха, 64? У меня явно больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 74! У меня на 10 больше, чем у тебя! Ой! 75! Его штаны длиннее, вот почему! Ну, ты сама их выбрала. Все в порядке, я выиграю в следующий раз. Сегодня медаль достается тебе. Я победил! Я тебя не боюсь! Окей, в следующий раз я точно выиграю! Артём, ты опять победил! Вот твоя медаль! Спасибо! Теперь у меня целых две медали! Следующее испытание! Нужно лопнуть все шарики! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Раз, два, три! Я выбираю красный! Окей, я беру зеленый!
Да! Я победил! Я победил! А я опять проиграла! Мне нужно ускориться! Второе место! Опять! Ну ничего, в следующий раз я обязательно выложусь! А вы, ребята, подпишитесь, чтобы поддержать меня! Я победил уже целых 3 раза! Следующий раунд! У нас здесь целая миска резинок и шарик! Тот, на ком лопнет шарик, проиграл! Раз, два, три! Поехали! Ты первый! Ну давай, давай! Четыре резинки! О, божечки! Окей, теперь уже 5 резинок! Вау! Твой ход! 5 резинок сразу! Нет, нет, нет! 6 резинок! О, боже ты мой! 10 резинок! Надену-ка еще одну. Воу! Артём проиграл! А я выиграла! Посмотрите, как много резинок было на нашем шарике. Как вы думаете, сколько резинок мы надели на шарик? Пишите в комментариях, а я пошла за своей деталью. Я победила! Посмотрим, кто победит в следующем раунде. Я первая. Окей, на старт. Внимание, марш! 1, 2, 3, 4, 5. Стоп! 1, 2, 3. Осталось 4. Окей, твоя очередь. На старт, внимание, марш! 1, 2, 3, 4, 5. Стоп! Я победила! Опять! Да! Я так хотел победить! Мне все равно не получилось. Я хочу раскрыть вам секрет. Свои шарики я закрепила легко, а его шарики я закрепила с помощью степлера. Только никому не говори. Да, я снова выиграла. И теперь у меня, возможно, есть шанс сравнять счет или даже выиграть. Посмотрим. Следующее задание будет самым тяжелым. Предлагаю договориться. Кто выигрывает следующий раунд, побеждает во всем челлендже. Ладно, и теперь я надеюсь выиграть все соревнование. Да, я тоже. Кто найдет в шариках сюрприз, тот выиграет все соревнования. Ну что, поехали? Да, раз, два, три, начали! Начали! Я нашла сюрприз в шарике! Да, Артём, я выиграла все соревнования! Окей, Стейси, поздравляю! Стейси, ты получаешь специальный пояс! Спасибо! Я знала, что выиграю! Я победитель сегодняшнего дня!